Не бойтесь. Мы пришли сюда с большой целью рассказать о Боге, о вечности, какая жизнь идет за гробом, рай и ад, и что Иисус умер за грехи людей, воскрес и дарует прощение всем, кто склоняется в покаянии. Это по благодати Божией, даром. Мы типа не знаем, да? Ну, что-то вы знаете, а может, все не знаете, можете вопросы задать. Ну, где вопросы задать? Ну, вы знаете, что с этой эта жизнь не заканчивается со смертью, а только начинается новая жизнь. Знаем. Знаете. Ну, а вы Библию-то читаете? Да. А можете мне показать ее? Я вам показал. Нет, она у меня осталась в другом доме. Она за стенкой у бабушки. А все говорят, она говорит, за стенкой у бабушки, а бабушка спит. Брехуны. Ну, она у меня осталась в другом доме. Вам интересно будет зайти на наши ресурсы. Им равных нету в интернете. Как мы строим православную деревню, где нельзя пить, курить, материться, воровать. У нас нет ни одного аборта, ни одного развода. Вы увидите, как у нас одеваются девушки, какие парни. Вы никогда в интернете таких не увидите. Люди чистые, сохранившие себя до брачной ночи. Не то, чтобы надкусанное валялось. Еще есть какие вопросы-то? Нет. Ну, никаких прям нету совсем. Ну, с вами кто-то встретится в дороге, едете вы. О чем будете говорить? Едет семья какая-то или кто-то. Если ты человек неверующий, о чем будешь говорить? А если верить, он будет все говорить. И о природе, и о событиях. Хорошо. Вот можете зайти на наш канал, называется «Во свете Библии», Игнатий Лапкин. Во свете Библии. У меня 20 500 роликов наших только. 46 миллионов просмотров. Во свете Библии. Название. Он на все вопросы там отвечает. Я на 4000 вопросов, которые я студентам отвечал. Там книги наши, богатая библиотека. Книги мои, которые вышли из печати. 38 томов книг. Вы там найдете ответ на самые важные вопросы. Семья, работа, государство, политика, экономика, социология, литература. Это тысячи вопросов. Я нашла. Нашли уже? Угу. Ну вот, посмотрите. А если у вас будет желание встретиться, побеседовать, то я могу скинуть свои ресурсы. А, такая есть Skype называется система, ну, в виде домофона. Очень удобно. В Skype Игнатий Лапкин, я один с этой фамилией. Сейчас ну как? Вот ролик смотрим. Ну вот там, где написано видео, туда толкните, чтобы зайти на первую страницу. И там поисковик вот, есть. Да. Вот вы не услышите у нас ни руганий, ни скверных слов, ничего этого нету. И вы видите, сейчас посмотрите, там дети называются, воскресенье, шли занятия, я снимал. А дальше начинается богослужение, они выходят прямо в церкви, там трапезная, там занятия идут полчаса. Ну, дети, им в другое время собраться трудно, а тут они раз и сразу заходят, а служба-то уже идет. И вы там увидите, там как раз я проповедь говорил в воскресенье о том, что Слово Божие является светом стезе моей, светильник ноге моей. Ну, если вопросов никаких нету, то что сказать? Наверное, до свидания. До свидания. Храни вас Господь. С Богом оставайтесь. Первый раз видят, как дела, как зовут, как ребенок пятилетний. Главный вопрос должен быть, мы встретились на короткое время, чем можем быть полезны один для другого? Один вопрос, а дальше уже видно будет, кто мы такие. Какие-то как помешанные, обкуренные все.
Мы пришли рассказать о Боге. Все, как будто по башке стукнул его. Мы пришли рассказать о вечности, о любви Божией, что Он отдал за грехи людей Сына Своего Единородного, Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Он был распят и в третий день воскрес. Это главная радостная весть, что в ад идти не надо. Ты можешь такой, какой есть, принести покаяние, и Бог примет тебя. Да, вот здесь вот собралось самое гнусное, трусливое, блудливое, все сюда собралось. И только всякие гадости говорят, пьют, наркоманят здесь, блудят открыто. Больше нигде нет такого. Половина головы показывает, так вот, дальше тела не видно, то под низ, то маску наденут. Не матерюсь, не пью, не курю, вот. Играю на музыкальных инструментах. Потому что ничего нет, показать нечего, пустота. А мы можем предложить огромное пустота. Сокровище. Вот здесь пустота, она прям ощущается. Вот здесь пустота, и вот здесь пустота. Вы, если зайдете на наш YouTube-канал, вы увидите, как у нас живут. Деревню православную строим, где нельзя пить, курить, материться, воровать, лгать. Одна деревня на всю страну. У нас ни одного аборта нет, ни одного развода. Без лжи жизнь невозможна. Если бы каждый говорил правду, наш мир бы давно погиб. Я вот с вами разговариваю, до конца не пойму, мальчик или девочка это. Какая разница? Да большая разница. Потому что серьезный большой материал для мужчины, а женщина требует защиты. Женщина более уязвимая, поэтому должна себя хранить. Женщины тоже бывают уязвимые. Видите, неправильно делают. У нас сестры ни одна волосинки не трогают. Волосы у ней длинные. Одеты в платке. А тут не поймешь, что из-за чего. Веры-то нет, контроля нету. Юноши у нас даже все с бородами. Сразу видно, это мужчина. Это скала. Он тебя не бросит, не разведется. А эти-то на один день только, как жеребцы, шарятся здесь. Хорошо, сейчас. Одну секунду, вот просто вот подожди. Ай, я чуть на гитару не наступил. Вот. Берем. Вот. А зачем эту виходку надевать? Так лучше? Да нет, конечно. Это виходка, она не ваша. Это, ну что, ветошь. Надо такой, которая вам принадлежит. Да не надо, снимите ее. У нас вот женщина ни одна в брюках не ходит, это мужская одежда. Второзаконие в Библии 22.5 написано «Мерзость перед Богом». У меня очень кривые ноги, поэтому юбки мне не подходят. Ну-ка иди сюда, Володя, переводчиком будь. Кто, он или она, не пойму. Она говорит, что у нее кривые ноги, из-за этого в юбке у нее бы это все видно было. Мне кажется, это все наоборот. Наоборот, как раз. Конечно. Если ноги-то какие... А я в юбке-то скрывается, а в брюках-то все видать. Вас Бог наделил... В которых не видно мои разбитые колени. Да ну ладно тебе, вы думаешь, зачем ты так это себя? Нормально все выглядит. То, что начни... Я ненавижу, если бы не здоровье, я просто хочу умереть. Вам сколько лет-то? Угадай. Да кто его знает? Вот мне 81-й. 15-й? Вау! Видишь, как вот. Поговорит-то серьезно. Рад бы помочь чем-то. А что, один человек в отчаянии уже. Ну ладно тогда. Что там такое? Не падает. На меня что-то упало. Мне это не нравится. Еще не пойму ничего. Кружка упала, ей это не понравилось. А у меня голуби, две голубятни у меня есть. А у меня два хомяка. У меня кошки красивые. Показать? Две черепахи тоже есть. А черепахи меня не любят. Ну ладно тогда. По скайпу, если будет желание встретиться, по скайпу.
Игнатий Лапкин, вы меня сразу найдете. У меня огромные ресурсы. Самый большой в интернете канал. Просто огромный. 20 500 роликов наших. Много. Но я не заинтересован в вере. Я считаю, что веру придумали лишь ради того, чтобы управлять большим количеством людей в определенное количество так, времени. Я вам ключ оставил. Вы можете меня найти по скайпу. Все, пока, до свидания. Где ты вообще, что? Мы пришли сюда с великой миссией. Рассказать о Боге, о вечности. Что ждет людей за то, что здесь происходит от Содома и Гоморры? И возвестить о великой радости, что Иисус Христос умер на кресте и в третий день воскрес, и всех зовет к покаянию. Так, мы не разговариваем пока. Когда человек курит, мы не разговариваем. Вы можете не курить? Да я курю. Курить хочу, я зависимый человек. Все, до свидания. Свидетельствуем о великой любви Божией, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес в третий день и зовет всех к покаянию. И сказать, что ожидает людей за то, что здесь творится. За весь разврат, за матерщину, за курево наркотики. Иисус Христос говорит, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Миллиарды дизлайков сам себе будет ставить в огне. Так что, если ты родился, то должен думать, как родиться свыше, получить духовное рождение. А если этого нету, то человек пожалеет, зачем он вообще родился. Ну, до свидания. Вы громче подойдите к микрофону, что-то тихо вас слышно. До свидания, говорю я. С Богом тогда. У нас большой ресурс, можешь зайти. «Во свете Библии» канал называется, самый большой в интернете. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. 20 тысяч. Сатана. Это Бог сотворил человека так. Не разрешает бороду иметь. Мы дети Бога, что поделать? Дети Бога. Дети Бога всегда с бородами были. Ну вот я с бородой, что ты... Ну это ладно, вы остальные-то бритые. Ну что, мы же евреи, брат, какие сатаны? Вы еврей? Да. Вы исповедуете какую религию? Мы евреи, мы... Иудаизм? Иудаизм. А мы-то, что православные-то имеем, мы все от вас получили. Поэтому я везде говорю, чтобы евреев никогда не поносили. Молились за них. Православные – это самые правильные. Да. У меня девушка православная была, она самая от души хороший человек, знаете. 12 глава Бытия говорит так Аврааму. Кто будет проклинать семя Авраама, будет проклят. Кто будет благословлять, будет благословен. Я благословенный. Это Бог, что были больше таких, как ты, а то здесь... Ну как, по-другому я не могу. Хороших. Не могу. Мы каждый день молимся о мире Израилю. О мире. Да не курите, нельзя у нас разговаривать, когда курит человек. Вы уничтожаете сами себя. Фу, воняет как. Брось. Так. Спасибо, дядюшка. Мы свидетельствуем о Боге, о вечности. Что Иисус пришел к своим, а свои не приняли его. 1.12 к Иоанну говорит. И в конце мира Израиль повернет ко Христу. У нас так написано в послании к Римлян, 11 глава. Израиль весь спасется. Спасибо большое. Храни Господь вас. Мы вас будем ждать. Да, да. У нас большой канал есть у меня. Видеоканал называется «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Самый большой в интернете. У нас 20 500 роликов. Ух ты. Да. Вот мы, у меня крестник, Наум Израилевич, еврея привезли показать, он обратился, стал священником. Ух ты. Да, родители живут в Израиле. Да, прикольно. Да. Я родился в Израиле. У нас очень-очень хорошее учение. Мы получили все от Израиля. Написано, какое преимущество быть иудеем? Павел говорит, во всех отношениях. А наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Поэтому перед Израилем мы всегда должники, перед евреями. Я имею в виду тех, которые приняли его, Христа. Спасибо, уважаю вас. Храни вас Господь. Воскрес после трехдневного нахождения в могиле, что он умер за наши грехи и дарует всем прощение. А кто не верит, подскажи.
Ну, я не знаю, кто, с кем разговариваешь, батя, я не верю. Начнешь говорить, а у нас другая вера. Я говорю, может, такая? Да. У нас мусульманская вера. Вот такая у нас вера. Мне нужно бы поговорить с человеком.